канал «Экзегет» поступил такой вопрос. Что главное в истинной дружбе, православный взгляд на это? Конечно, вот хочется сказать главное, и главное начать, что в истинной дружбе главным является Христос, который должен быть между нами, если мы хотим дружить во Христе. Если нет Христа между нами, тогда это уже не та дружба. Здесь уже есть, может, какое-то манипулирование, может, какая-то зависимость. Здесь, может быть, какая-то есть выгода. Здесь, может быть, есть какое-то подчинение, властвование другим человеком. То есть целая палитра чувств человека, которая далека от христианской нравственности. Но если есть Христос между нами, значит, есть и любовь между нами христианская. Значит, такая дружба бывает не только полезна, она бывает и постоянна, потому что Господь подпитывает добрые чувства. Настоящая дружба – это состояние души, когда мы с другим человеком имеем доверительные отношения и не лукавим, не пытаемся играть какую-то игру, а бываем такие, какие мы есть. И человек принимает нас такими, какие мы есть, уважая нас во Христе, любя нас во Христе. И в такой дружбе нет уже внутреннего напряжения, уже нет таких вопросов, о чем поговорить. Люди могут даже не встречаться какое-то время, и потом встретиться, как ничего не бывало, без всяких упреков. Настоящая дружба, она всегда жертвенна. Когда человек дружит, он готов пожертвовать всем, что он имеет для друга, отдать, что он может отдать. И от этого он еще больше радуется. Настоящая дружба – это тогда, когда человек в отношениях с другом чувствует себя не как в гостях, а как будто отдыхает. Ему хорошо, спокойно и мирно. Иными словами, дружба должна быть Богу угодна, дружба должна быть полезной для души, и дружба должна быть радостной. Когда она Богу угодна, когда она полезна, когда между нами Господь, мы всегда в радости относимся друг к другу. И нам всегда хорошо друг с другом, потому что с Богом хорошо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.